Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, рука помощи, мы с тобой завершаем это задание. Получаем 44 уровень, шикарно. Так, расширение территории и уровень схватки 44 нам доступен. Пак. Угу, саркозов ДНК получили. И 15 очков доверий. Нет, это мне не нужно. Время для еще одной схватки. Думаю, тебе понравится сюрприз, который я тебе приготовил. А мы уже прошли эту схватку. Забираем. Давай, 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 награды нам. Быстренько. Здесь за выполненные задания забираем с собой награды. Так, а что у нас тут-то? Ой, ё-моё. 15 динозавров до 40 уровня. Но это, ребят, долго будет. Очень долго. Ну что, деньги я... Откуда мог, собрал. У нас, кстати, их очень-очень мало. Всего лишь лям 200. Это никуда не годится. Друзья, совсем никуда не годится. Что такое лям 200? Это 6 поединков по 200 тысяч. И все. Так, ну-ка давай посмотрим, что у нас с тобой здесь. Так, прошла? Да, конечно, ага, прошла. Не завершена эволюция, как ты видишь. Поэтому мы ее продолжаем. И опять на 2 часа зарядили шарманочку. Ну а тут, вау, тут у нас тишина и спокойствие. Так что пора, наверное, делать какое-нибудь скрещивание. Так, кто у нас тут готов? Вот, Ютараптор, например. Начать эволюцию. Погоди. Ай, это не то. Это же эволюция. А мне нужно скрещивать. Ну что, давай попробуем поймать. Не буянь. Так, 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 отлично. Вторая попыточка. Раз, два, три. Шикарно. Вот что ему не сидится на месте, а? Вот скажи мне, кормят, поят. Нет, выпендривается что-то. Ну и последнее, чтобы была идеальная поимка. Все. 220 опыта и 5 ДНК. Так, что я хотел? А, мы можем с тобой поставить расширение территории. 503 тысячи. Твою же налево. И у меня остается всего лишь 600 тысяч в копилке. Тут деньги как вода. Ну что ж, давай кого-нибудь с тобой будем выводить. Например, Пастазух у нас есть еще? Ну, посмотрим сейчас. Есть. Поэтому давай его выводить. Этот пока бесплатно у нас. Опять кот. Оуэн, разберись, пожалуйста. Аллозавр. Блин, аллозавра нету. Я бы так бы скрестил бы, конечно бы. Так, у Пастазуха скоро появится компаньон. Так, Аланок тут дофигище. Это у нас 40 уровня. Этих нужно будет скрещивать. Ютиранус, понятно, он одиночка. Блин, а кого же тогда мы можем с тобой... Я не знаю даже, кому компанию-то найти здесь, прикинь. Ага, Тодзи, ну-ка давай-ка мы Тодзи активировать. И того он у нас будет каким-то уровнем, 20-м, по-моему. А лангозавра же еще нужно перевести на... Погоди-ка. А разве он у нас не переведен на 40 уровень? Он же вроде как переведен. Эр-титан. О! Дилофазавр. 20, 20. Давай, наверное, еще одного. О, выведем. Вот так вот. Ну и последний. Это у нас Лимносцелис, Трицератопс, опять Аланка, Кулазух. Что у нас по кулазухам получается? Так, тут будет двадцатка, двадцатка. Ну, с кулазухами все понятно. Мы их тоже можем с тобой, в принципе, уже прокачивать. Вот. Афиакадон, надо выводить его. Все, все забито. Ну что, друзья мои, переходим с схватки. И смотрим. Так, можем здесь уровень 44 пройти.
Но я хочу... Ух ты, без ограничений. Битва. Белая мгла. 3 часа до завершения. Тут, кстати, вот. Схватку чемпионов я же не завершил. Так, Зухамим. Ну, сейчас мы тебе устроим тут. Птеранодон. Против него мы поставим... Где мои травоядники? Раз. И два. Что-то, мне кажется, он сейчас... Блин, ну мы должны справиться, да? По идее. 200 тысяч, друзья мои, тратим денег. Ох ты, 620 к атаке, серьезно? Тогда бомбим. На тебе. Он будет менять, 100% тебе говорю, будет сейчас менять. 735. Офигеть. Ну, мы тогда так тоже сменим, да? Сделаем вот так. И возьмем, наверное, еще и бонус ко всему прочему. Так, он сейчас опять будет менять, наверное, да? Ну, конечно же. Конечно же будет менять. Только, по-моему, он нас сейчас ушатает. Он опять ничего не стал делать. Блин. Ну, ладно, я предлагаю, короче, сделать... замену и все слить в атаку. Все сливаем, ребят. Ему крышка. Пшел отсюда. Ну а теперь нас будут бомбить. Так, ему нужно будет потратить как минимум 2 атаки, чтобы нас ушатать из своих 3 доступных. Угу. Я не удивлен. Сейчас мы его будем рвать. Ох, будем рвать его сейчас. Или не будем? Или не будем? Короче, все включаем в атаку. Оу, ему крышка. Вот, вот самый противный кто. Скафагнат. 245 к атаке. Ему придется потратить 3 атаки. Но теперь главное, чтобы мы не обделались. А мы можем обделаться. Ох ты. Как же тут лучше сделать-то? Как же тут лучше сделать? Я, наверное, сделаю так. Раз, два. И раз, два. Вот так вот. Ага. Он 2 защиточки-то взял все-таки. Ну что, друзья мои. Все втюхиваем, да? Давай, рискнем. Трэш, это трэш, блин. Сейчас нам крышка, по-моему, будет. 3. Да ладно. Фига себе, ему 3 атаки хватило, чтобы меня уничтожить. Да ну, ребят, это уже я не знаю, как назвать. Это бред, такого не должно было быть. Так, это фигня, ребята, мы продолжаем. Я на этом не успокоюсь. Мне придется брать моих ребятулек. Единственное, как вот с этим теперь справиться. С Зухамимом. Так, поехали, короче. Беру тяжелую артиллерию. Так, подожди. Беру тяжелую артиллерию. Он напросился. Фух. Ну что, я надеюсь, ты справишься, бро. Не упади в грязь лицом. Сейчас он будет менять. Ты гляди-ка. Ничего не стал менять. Поехали. Ага. Так, 2 атаки придется тратить. Ай, как не хочется, но придется. Я так и понял. Ну-ка, сколько у нас там получается? О! 1 атаку прописываем и берем, наверное. Вот так я сделаю. Ему крышка по любасику. А вот теперь посмотрим, что у нас здесь получится. Ёк-макарюк, 509 к атаке. 509! Ты, блин, сейчас серьезно, что ли? Фух, не пробил.
Не пробил, ребята, и это хорошо. Он, по-моему, все, да, сливал? То есть он остается без защиты. 434 хп у него. Мне придется сделать вот так. И вот так. Пока. Угу, явился. Скафагнат. Что же ты будешь делать, а? Три атаки. Ну, ребята, ему крышка. Ему крышка, потому что мой птеродактиль сейчас заклюет. 6 бонусных очков. Я все вливаю в атаку. И пока, скафагнат. Все, ребята. Сказал же, пройду. Да, конечно, очень много динозавров я слил в этом раунде. Но главное, что прошел. И набор чемпионы, смотрим. Кто там у нас? Да, блин, ну какая просто... Протостега-то, ну зачем, блин, ну... Ну это жесть, ребят. Протостегу мне дали, понимаешь? Это фигово. Вот кого-кого, ну и... Черепаху эту получить я не особо жаловал. Так, хорошо, давай смотреть, что у нас тут еще по... Кстати, надо схватку вот эту вот попробовать пройти. А что тут пробовать? Берем с тобой... Стоп. У него раджозавр. И у меня нету этих, да? Хотя есть пост... Нундазух. Короче, смотри, что мы с тобой сделаем. Против этого возьмем хищника. Например, алангозавра. Против раджозавра мы возьмем с тобой диплодоктера. Я думаю, это будет оптимально. И кого-нибудь для довесочка. Это будет, например, тот же самый пастозух. Сейчас мы с тобой пройдем это. О, ему с удара, ребята, крышка. Этому пахицефалозавру. Все, вырубили. Выходит раджозавр. Тут атака, конечно, будет посерьезнее уже. Но все равно мы сейчас его заклепаем. Если даже он уничтожит, мой диплодоктер будет сейчас суров, очень суров. Раз, два. Добить, наверное, не сможем, да? Не сможем, ну, ничего страшного. Он нас тоже, по-моему, не добьет. Ему не хватит элементарно урона. Все, наказываем. Прощай, роднули. Ну что же, мы с тобой прошли. Теперь нам будет доступен, как тебе сказать, новое животное, да? Вот он. Теперь мы можем его спокойненько выводить и, соответственно, прокачивать. Так, что у нас тут по новостям? Ничего интересного нету? Нету. Так, события. Давай посмотрим, что у нас тут еще. Без ограничений. Что тут у нас разы... Ох ты, ух ты, ух ты. Друзья, я хочу здесь поучаствовать. Ну, ты сам видишь, да? Тут все, короче, от мала до велика. А, так это еще Кайнозойская эра. Ну что же, тогда давай сделаем с тобой следующее. Причем здесь... Короче, нам нужно брать с тобой ледяных. Раз. Два. Блин, раз, два. Ну и, наверное, возьмем Уртинотериума. Ребята, 200 тысяч я трачу. Блин, ну скоро мы с тобой вообще останемся без поединков, потому что не на что будет драться. Денег не хватит. Что у нас тут, 200? Атакуем. Давай, 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 с разбега ему. На тебе. Что он будет делать? Атаковать, конечно же. А мы ему добивочку. Добивку и бонус. Вперед.
мои бойцы. Минус один. Вот он, как раз тот самый архиатерий, которого мы получили только что. Не вышло у тебя, парень, ничего. 519, да, говоришь? Раз, два, три. И бонус. Ему крышка. Следующий. Ну, тут понятно, тут сейчас вырубит нас, а мы уже его шлепнем. Давай, мамонт, выходи. Все сливаем в атаку. На тебе. Прям аж камнями какими-то в него швырнули. Победа? По-другому и быть не могло. Все, ребята, сейчас получаем пак. Или рулетка, что? Рулетка здесь. Хочу Птеранодона. Пожалуйста, пожалуйста, дай мне какую-нибудь супер легенду. Да ну какой ч... Ну это всегда так, друзья. Это всегда так, дают самое фуфловое, что может выпасть тебе. Так, здесь они пришли с болот. Тут деньги разыгрываются еще, кстати. Блин, они пришли с болот. 3 часа 20 минут будет действовать столкновение. Но против них, естественно, лучше брать летающих. А у меня летающие все в отключке. Я, конечно, сейчас гляну что-нибудь. Не, ребят, это, по-моему, бесполезно. А если только топежар убрать? Да. Ничегошеньки, по ходу дела, у меня здесь не выгорит. Так, а что у нас там по заданиям-то еще? Давай посмотрим. А, тут можно забрать. Ежедневные. Так, собрать два мода надо собрать. Что-то я не собрал их. Давай здесь проверим. Крутим. Кровотечение, да? Окей. И... давай еще. Супер редкие моды. Что нам сейчас выпадет? Подражание. Допустим. Дальше нам нужно принять участие, использовать три ускорения и использовать три... А, три разных класса животных кайнозойской эры. Кайнозойской эры. Ну, тут только один вариант. Это идти... отсюда бесполезно, да, получается? Тогда ПВП событие. Кайнозойская эра. Вот она. Ну что, делаем вызов. Блин, а там нужно три поединка же, да, сыграть? Раз, два, три. Ну, сейчас, как всегда, бизонов тут понавызывает, поверь мне. Твою дивизию. Ну ты посмотри, у них уже гибриды вовсю там, я не знаю. Ну как вот с ним можно драться? Ну как вот, объясни. Я не знаю. Естественно, он атакует. Че, мне только вот этого остается брать. И прописывать ему. Смотрим, он сейчас какого-нибудь оленя позовет. 33 уровня, офигеть. Ага. Зашибись, да? Сколько у него так, а 140... Ай, друзья, ну это, конечно... это бред. Это просто бред.
что слон может сделать? Со своими 75 атаками? Да ничего он не сделает. Потеряли мы, короче, этого ленивца, так скажем, гигантского. Угу. Динотерий появился. Вот так вот я могу только сделать. Сейчас, наверное, одну или две атаки потратит. Пять! Все слил абсолютно. Это было, ребята, опрометчиво с его стороны. Почему? Потому что 107, да? Так, теперь мы с тобой сделаем. Раз, два. Пропишем. Ой. Вот я дубина-то слеросовая. Господи, ну что я сделал? У меня же атака была 107, а у него хп, ты видел, сколько было? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как я так посчитал-то, я не могу понять. 447, вот сейчас должно хватить, по идее. Но у него защита, да? Да все, нам крышка. Если он сейчас больше... Да. Ну, ребята, тут... Сами понимаете. Бои неравные идут. У него 30-е, извини меня, уровни. Там чуть ли не 40-е. А я со своими 10-ми уровнями. Куда? Да никуда. Смешить только. Идти. Народ. Ладно, я все это сделал. Так, используйте 3 ускорения. Угу. Здесь уже что, завершено, что ли? Забираем. Это у нас Тодзи. Так, давай еще тогда выведем с тобой. Угу. Вывел. $50, будь добр, приготовь. Так, одно задание. Используй 3 ускорения. Ну что, у нас остается только событие. Я не знаю, могучие деньги. Сюда идти. Попробуем. Берем диплодока и возьмем с тобой вот этого кулазуха. Думаю, здесь мы с тобой сможем его уничтожить. Атака, конечно, не особо хорошая, но пойдет. Он поменяет, наверное, да, сейчас на хищника. Ну, естественно, естественно, поменяет на хищника. Ну, а мы поменяем с тобой на кулазуха. И бонусную атаку возьмем. Атаковать решил. Вот, это хорошо, вот это круто. Раз, два, три. И бонус. Щелк. Вырубили. Так, ну что, Джунгариптор, ты нам здесь не помеха. Да хорош, хорош ты уже чудить, Петручо. Ну давай, диплодок, у тебя все шансы. Вырубай его. Прекрасно. Ладно, сделали с тобой один поединочек. Нам нужно сколько там еще? 2-2 выиграть, и мы получим денежек немножко. Следующая битва. Смотрим, кто здесь. Кулазух и опять Джунгариптор. Ну, против Кулазуха возьмем Топижеру. А против Джунгариптора... Слушай, подожди секунду. Мы, наверное, немножко так, не так сделаем. Мы возьмем здесь... Вот тут Джунгариптора. Или зря я так буду делать.
Нет, наверное, все-таки я возьму Топижеру, как я изначально хотел. Так, а против этого возьмем... Че, травоядника ни одного нету? Пахицефалозавр только... Ну ладно, давай его возьмем. Нет, подожди. Сколько ты по откату стоишь, диплодок? $24, у меня даже таких денег нету. Я в шоке. Ну что, тогда придется пахицефалозавра взять этого. Блин, пока скажешь, как заикаешься уже. Пахицефалозавр, ё-моё. Так, ну ладно, атакуем. Нормун так на 200 урончика нанесли мы ему. Давай следующего. Точнее, следующий... Ага, меняет все-таки. Взял джунгариптора. А вот так он решил, да, сделать? Блин, я не знаю, нету смысла, наверное, нам менять. Или все-таки... Нет, есть смысл поменять нам. Только при этом взять бонусные очки. Ну что, ничего не стал делать, прикинь. Окей. Проверочка на прочность. Все, он попался. Он, друзья мои, попался. Ну что, мы его прописываем. Так, сколько нам нужно? 346 урона нанести, да? И вот так. Пока. Ну иди сюда, кулазух. Нечего там прятаться. Задергался, затрепыхался. Ну тут ушатает, конечно. Но наш топижара само собой отомстит. Все, в атаку. Полетел истребитель ты наш. Почти 2000 урона нанесли. Вот так вот разбираемся мы с непокорными. Так, ну еще все равно один поединок впереди. Еще один поединок. Поехали. Могучие деньги. Так, ну здесь все понятно. Здесь берем Афиакадона и Пирораптора. Надеюсь, справимся. По идее, должны, ребят. Травояднички здесь, ребята. В глубочайшей попе, скажем так. На тебе. Ну что ты сделаешь, а? Нет, ну он, конечно, может бомбануть. Но не убить. А вот мы его, скорее всего, сейчас добьем. Выходит следующий партизан. Каритозавр. Со своими 47 атаками. Но он может сейчас ушатать, кстати, по-моему, да? Все. Вылупляем. И крышка ему получается. Это был поединок у нас за могучие деньги. Давай посмотрим, насколько там прям могучие деньги выдадут нам. 70, ну, грубо говоря, 80 тысяч. Не так уж много, но, тем не менее, приятно. Так, тут забираем с тобой... Опачки. Четенько все. Так, а что у нас там за задание стало? А, использовать ускорение. Ну, мы можем с тобой здесь подраться. Только кем, пока не знаю. Мы, ну вот возьмем, например, тираннозавра. Так, подожди, давай возьмем, наверное, Нундазуха, Ютирануса и Анки. Хочу посмотреть, кто тут будет против нас. Ну, в принципе,
принципе, как бы хищники тут, что ли, одни? Ну, хищники все. Как раз под моего Нандазуха. Предлагаю сразу бомбить. Вот этот мне не нравится, 40 уровня. Совсем не нравится мне. Что он будет делать? Атакует. Окей. Ну что, две атаки? Все-таки взял защиту, а? Ждем, ждем, ждем момента. Ну что ты там задумался-то? Две атаки, понял. Так, делаем, короче, с тобой добивку. Бонус. Доспех. Так, и выходит у него, кто это такой? Зухамим. Сейчас посмотрим, что он будет делать, этот Зухамим. Неужели ничего? Да плохо, ребята, что он ничего не стал делать. Так, я предлагаю сделать вот таким вот образом. Ага. Два блока взял. Ух, парень. Раскрылся ты все-таки, да? Раскрылся. Все слил. Ну, а теперь получай плюшки. 372 хп у тебя, да? Этого будет более чем достаточно. И все, мы с тобой делаем на бонусы. Зачем нам бонусы, ребята? Чтобы Ютиранус порвал этого хмыря. Ну давай, повыпендриваемся. Все сливать в атаку, что ли, будет? Зря ты так. Тебе же не поможет вся эта защита, что у тебя там висит. Рвем его, короче. Как-то так. Ну что, неплохо, я считаю, да, было? Давай крутить. Так, получаем с тобой 28 кубков. А, нас опять понизили до выжившего. Мы теперь опять в охотниках. Колесо удачи охотника. Ну давай посмотрим, насколько это колесо удачи нам поможет. Эть. А не могло немножко, да? Пролистнуться. Вот не могло. Зашибись, это я типа? Это не мое фото. Так, поехали, короче, еще. Берем тиранозавра. Метриакантозавров берем с тобой здесь. И... Так, давай-ка, наверное, сделаем вот так. Ну и вот так. Ох, сейчас чувствую, какого-нибудь летунов возьмет команду летунов. И все, и мы с тобой будем фейлиться. Вот у Метриакантозавра, знаешь, что мне не нравится, ребят? Что у него атака равна его ХП. Так, ну здесь, в принципе, неплохо должно быть. Давай приступать к атаке. Он может взять только кого? Ну, естественно, Нандазуха. Вот он как делает. Еще меняем. И убиваем, наверное, да? Тыч. Ага, не хватило совсем чуть-чуть. Что-то, мне кажется, он сейчас поменяет сюда. Точно. Но не уничтожит. Две атаки слил.
Так, ну что, ребята, давай по полной тогда, наверное, вкачаем, да? Крышка ему ведь, так? Угу. Выходит Зухамим, полуподбитый. Да нет, тут победа будет за нами. Нет, он, конечно, сейчас все в атаку, он так и делает. Все в атаку сливает, ребята, а мы с тобой уничтожаем его. Одного укуса будет достаточно, чтобы его подбить. Ну и с травоядником уже разберемся на высшем уровне. Давай, травоядник, выходи. Слушай, а если он все в атаку сольет, он меня победит здесь. Но он ничего не стал делать. Зря. Тогда прощаемся. Ты бич, такой укус. 5000 урона, прикинь. Вот и все. Победа за нами. Победушка за нами. И крутим очередное колесо. Давай. Как медленно двигаемся. Ё-моё, ребята. И что же? Да вы серьезно, вы издеваетесь? Между двумя паками вы даете мне именно ДНК это плешивое. Да хорош ты со своим кодом. Так, мне нужно завершить как-то ускорение. Видишь, когда VIP-подписки нет, ребята, и с баблом проблемы, и вообще проблемы какие-то, и с паками проблемы. Так, мне нужно сделать ускоряшки. Давай посмотрим, кто у нас тут есть. Кому можно очень-очень быстро ускорить. Да ну вы серьезно, что ли? Никого нету. Офигенно. Я не могу задание просто завершить. Видишь, тут надо. А там еда. Здесь 37. А здесь тоже очень долго ждать. То есть никак не получится, да, ускориться. Рад бы, но никак. Территория у нас скоро... Так, через 3 часа, это через сутки у нас с тобой построится. Блин, ну видишь, даже не могу сыграть ни во что. Столкновение только. Вот как мне этого метриоринха бомбить? 200 тысяч, блин, ну это просто деньги на ветер. Если я сейчас пойду, мы просто сольем деньги. Во-первых, я здесь выиграть не смогу, так как очень много поединков. У меня столько не найдется динозавров. А 200 тысяч с меня снимут. 200 тысяч монет. А у меня всего лишь 600. Так что пока придется, наверное, закругляться, друзья. Другого варианта нету. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.